сыновья, малыша забирает ее в Краснодар. Я уже с ним переговорил. Телефонами мы, дадите мне телефон, обменяемся. И он поможет перевести нашу пана. Также в клубе «Амур» в «Одноклассниках» печаталось. Телефон поменяет, естественно, она будет в WhatsApp-овской группе. Домашнее задание будете делать, естественно. Дальше. Там еще у меня есть. У меня еще есть одно там такое предложение. Все-таки, чтобы «Мира Васильевна» начала печататься у нас в стихи РУ, и впоследствии ее принять члены Российского Союза писателей. Созрело. Конечно, я не писатель, а описыватель. Летописец, давайте так. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это хорошо. У вас такие стихотворения, что они не то что автобиографические, они о нашей области, о нашем городе. У меня целая подборка. И это надо. Ну, сейчас вы так отвернитесь, сейчас я скажу всем. Я подожди, перебивай, отдам. Смотрите, может быть, все-таки получится что-то с книжкой с вашей. Это тоже с сыном переговорили, но это, естественно, не скоро, но я надеюсь, что это будет. Ну и самое главное, конечно, мы вас не забудем, вы нас не забудете. Вам здоровья. Встретимся на столе. Всем Краснодар. Спасибо. Целоваться можно? Не знаю. Васильевна, вот я съездила в Орел, говорите, эти самые сыновья, очень хорошие сыновья. Я съездила в Орел не зря. Я сейчас с красивыми зубами. У меня сын отработал. Да. И второе. Я сейчас слово «невестка» не употребляю, а употребляю слово, значит, «приемная дочь». И вот приемная дочь мне сделала подарок, который я вам тоже хочу этот подарок сделать. Вот, я напечатала там свои стихи, а невестка красиво оформила. Красиво оформила невестка мне эти стихи. Я вот тут в этих вот стихи бабушки Любы, значит, вот она. Я ей выразила благодарность за то, что она мне помогла. Вот, а здесь я подписала вам. И вот последние стихи, которые я тут написала, в которых не считала, сколько там «от», сколько «а», сколько там «этих». Вот что написала, то я оформила. Молодец. И вот я вам эту книжечку даю на память. Что? Предупреждаю, что это единственный экземпляр. Больше нет. Вот сейчас там... Вот сегодня праздник, день белых журавлей. Но про белых журавлей вы уже слышали. Поэтому я уже не буду. А вот какое, которое мне очень самой понравилось, которое я написала. Вот прочитаю все. Кстати, я там была в церкви на воскресной, вот воскресная там называется, не служба, а воскресные занятия. Прочитала свои стихи, и мне подарили две толстых книги. Это тебе. Какие? Ну, на православную тему, естественно. Так. Мне бабушкины мечтания нравятся. Бабушкины мечтания. Давайте вот бабушкины мечтания я прочитаю. Вы уже слышали, конечно, но я повторюсь. Я хочу окунуться в романтический сон, под луной прогуляться, песню спеть в унисон, к другу нежно прижаться, посидеть в тишине, говорить и смеяться. Только грезится мне,
Ведь суровые будни не дают мне покой. Принимать бабки надо, распорядок иной. Внуки с внучками тянут меня прямо во двор, тянут прямо во двор. Там, где игры, и лето, и детский задор. Ну, а я вдруг мечтами полетела опять под луной целоваться и по парку гулять. Романтический вечер ждет меня при свечах. Только я вдруг очнулась, вижу внучка в кустах. За малинкой полезла, чтобы ягодку съесть. Но не знала малышка, что крапива здесь есть. Обожгла все коленки, зацепила живот. Больно будет кусаться, пока заживет. А другая постарше оседлала коня. От собаки на велике гналась маня. Поразбиты все ноги, попа против меня. Рядом внучек стоит, обнимите меня. Это я вот описала свои вот... Подарю вам этот буклетик. Передайте, пожалуйста. Так, теперь, дорогие мои, смотрим. Сидите, сидите. От души желаю простого счастья. Чтоб солнышко будило по утрам. И стороной обходили несчастье, ненастье. А дверь редко открывалась докторам. В делах всегда принимайте участие. Любите судьбу, дарованную вам. Вас держит Божья сила за запястье. Ведь каждому воздастся по трудам. Пусть в жизни остается главной частью любовь, ведущая к прекрасным правдам. Тот, что называют поэтической страстью. Пишите стихи и отправляйте нам. Первый стих. Это уже было? Это было на ваше... Так, давайте, если кто-то поднимается читать, как в клубе, потише. Конечно, уже давно пора. Несете мир вы и покой. Наверное, ваше имя виновато. Ведь в мире нет другой такой поэта из пролетариата. Из-под пера бежит строка. Амурский край в цветах и красках. Вы словно мудрая река. Два берега, два века, чем не сказка. Здоровья вам и долгих лет, людей хороших и побольше рядом, а также творческих побед. Амур вас любит. Вы для нас награда. Спасибо. Не было больших людей, поэтому мне за 50 лет работы не было ни одной жалобы. Медовая кружка. Пчелка Майя, вы у нас... Пчелка мира. Вы у нас трудолюбивая. Трудолюбивая. А чтобы, как Дима говорит, было чем мешать и чем брать. Лучшей подруге, лучшему другу. Вот такая вам. Так, ну и за это надо выпить. Я сейчас встану. А можно сидеть? Кто-то уже и слушал, конечно. Люблю тебя, мой край родной, твои луга, озера, реки. И не сравню тебя ни с чем, ты родина моя навеки. Ромашек, поля, дальний бес, иду по пояс утопая. Там васильки, там мир чудес. И обо всем я забываю. Но вот другое поле здесь, среди просторов вольных русских, идет комбайн. За ним другой корабль полей моих амурских. Глаза озер то тут, то там, то серые, то голубые. И ленты рек, и города. Здесь появился ты впервые. Ну как все это не любить? Такой простор у нас с тобою. Задор и молодость в глазах. И наградил нас Бог любовью, и деды завещали там. Труд, забыла какой, былую удаль, сама природа нам дала. И лес, и золото, и уголь, и все богатства под землей. Ты лишь понять ее старайся, люби людей, страну и труд, и обмануть их не пытайся. Люблю я жизнь и край родной, и ни за что не променяю. Ни на один заморский рай.
Здесь родина моя, я знаю. Браво. Спасибо. Браво. Ира Васильевна, дорогая, мы с вами сегодня встретились первый раз. Но по вашим стихам, по отзывам от друзей, я узнала, какой вы прекрасный, добрый, талантливый человек. Я много раз переезжала, 5 раз. Я искала себя. Но я до сих пор не знаю, нашла я себя или нет. Остановлюсь ли я? Я просто хочу сказать, что переезд – это просто счастье. Потому что новые впечатления, новые ощущения, другое небо, другие дома, другие люди и новое вдохновение. И благодаря этому вы напишете еще много-много прекрасных стихов. Если голова будет варить. Будет. И вы еще найдете столько же много добрых друзей, которые будут, как говорится, с одной планеты. Потому что мы все поэты. Так, небольшой презент с Алтая. Это бальзам на понтах морала, и он вам придаст стойкости, энергии, силы, гибкости. Я желаю вам от всего сердца счастливого пути. Спасибо. Первый раз встретились, хотя бы прощаемся. Ничего дороже нету родного Благовещенска. Детство Босоногова на улице родной. Фрунзе театральная, и Амур мой рядышком. Только он закован был колючей броней. Но мальчишкам нашим было все под силу. Они лазейку делали, чтоб попасть в воде. 6 рядов колючки за штаны цепляли. В этот миг не думали, что дома быть беде. Дети, что воробушки в ту дыру ныряли, сходу, сразу в воду, с шумом, всей гурьбой. А один на Васаре оставался главным. Охранял нас Зорька, был закон такой. И как только видел зеленую фуражку, орал он, что есть мочи, надо полагать. А ушки на макушке слышали, пограны. Это означало, надо убирать. Мы на четвереньках, обдирая спины, в эту же лазейку, кто сумел бежать, кто не выбрался на заставу, пограничник строгий вел ответ держать. Мокрые от слез мы хлюпали носами, дома ведь достанется, ремня не избежать. Ну а те, что старше, в кулачок хихикали, вы ревите громче, нельзя нас обижать. Так бежало детство, военное, суровое. Ой, забыла, девчонки, как привет. Так бежало детство военное, суровое. В общем, будем вспоминать наш Амур. Но людьми достойными мы сумели стать. Ниночка Перева директором школы, Павлик Питлов почетным юристом стал. Все галактионы вы славными ребятами, каждый занял в жизни свой пьедестал. Эдик Каратаев возглавил медицину, Тамара Чкаурусова учителем пошла, Жарикова Люба стала литератором. Ну а я полсотни лет аптеке отдала. Познакомились с культурой все-таки. Да, я хотела сказать, а вот ты уже это самое, как я пришла сюда. Вот. И я благодарен, конечно же, судьбе, что попал на тот праздник, на 9 мая. И потом остался после этого праздника на ваши вот эти чаепития. Ясно. Да, и потом вот так вот, вот неожиданно вот так получилось, что... Вы влились в наш коллектив. Ты рассказал, да? Ты рассказал да, Мире Васильевне. Да. И ты ее пригласил, да. И она пришла. Да. Молодец. И действительно, эти все минуты жизни, и ваш юбилей, и вообще все наши концерты, которые были, они, конечно же, запомнятся, они никуда не делись, они и на пленке, ну, в смысле, на видео, спасибо и вам, в душе, я и говорю, в сердце. Такое вот душевное все. И дай бог, чтобы действительно там, в Краснодаре, были и концерты, и книги новые выпускались.
Не только альманахи. У нас с вами альманах третья часть получилась со всеми. Так что я думаю, что все еще впереди. Самое главное, что... А чтобы было вдохновение, и не то, и у вас и так вдохновение постоянно, и без этого. Но чтобы оно не исчезало никогда, может быть, сказки начнете писать. Молодец. Это во всем, конечно. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо. Праздник, надо было подготовить стихотворение, не помню, по-моему, о победе я что-то читала. Если бы я не читала, он бы меня не это самое не пригласил бы, потому что не заметил бы, как все, как говорится. Вот. Все это уже прошло, тут вроде чаепитие уже собрались. Подходит молодой человек и говорит: а вы не хотели бы прийти к нам в клуб? Я говорю: ой, хотела бы. Ну и вот он мне сказал адрес. Я пришла к вам и ни разу не пожалела, ребят. А мы так счастливы. Наша звездочка и пример нам всегда во всем. А я вам еще знаете, что хотела рассказать? На перекрестке двух дорог, Амурской и Кузнечной, стоит аптека с древних пор. Стоять ей видно вечно. Идут в нее и старый, и млад, здоровье получить хотят, чтоб не болеть, не стариться и побыстрее поправиться. Но вот одна беда лишь в том, что очень старый этот дом, его давно на слом пора, а он зовется ЦРА. Он был центральной районной аптекой. Стоит без малого 100 лет, и все ему замедлены. И сколько будет он стоять, о том никто не хочет знать. И место все вроде бы нашлось, 3 раза план меняли. И вот заглохло дело все, все планы растеряли. Растет наш город как в кино. Аптека в центре как бельмо. И стара, уж ей на пенсию пора. Дома растут все ввысь и ввысь, кричат аптеки: берегись, аптека все сжимается, а план все прибавляется. А план растет, дела идут, когда ж ее переведут, чтоб было чисто, широко, работать весело, легко. И где ж построят этот дом, чтоб жизнь забила в нем ключом? Ну, дальше, наверное, я забыла, так что... Так что вот это про мою старенькую аптеку. Здравствуй, май, веселые песни ты встречаешь каждый год. Ты на площади вплетаешь нас в весенний хоровод. Ты сегодня разукрасил всю планету тумачом. Все дела большие наши, все связал ты с Ильичом. Так цвети, земля родная, в ярком зареве знамён. Славься труд людей свободных, всех народов, всех племен. Это стихотворение того времени. Так что вот. Вы много в жизни повидали, всегда в заботах и делах. Вы столько нам тепла отдали, у вас не утрачен блеск в глазах. Спасибо вам за доброту, за милосердие. Вы не один раз, как психолог, мне подымали дух мой в моих, так сказать, семейных трудностях. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья, дай Бог всего-всего. Я очень благодарна вам. Книжки смотрю на этом, на книгообмене. Стоит рядом женщина, а я взяла стихи. Она раз на меня так: о, стихи любите? Я говорю: да. Ой, у нас, вы знаете, есть клуб «Амур». Я говорю: да вы что? Я говорю: это, а приходите к нам. У нас прямо это, там все пишут. Я говорю: да, ну, правда, что? Он говорит: да. Даже, говорит, у меня есть 2 стиха. Я говорю: о, ничего. Ну, она меня позвала. Цепная реакция. Да. И я пришла, помню, в библиотеку, а Любы не было. И я села там сзади, народу было много. И передавали, помню, по рядам, какую-то книгу смотрели. Было, по-моему, это про балерин, что-то там про стихи. Фазилова, по-моему, читала про балерин. И передали эту. А я сижу сзади. И они так раз смотрели. Ну, я так руки протягиваю. А они так раз на меня повернулись так. Раз.
и туда передали. Я раз так встала. Да, я встала и перешла на другую сторону. Как раз попала к Мире. Ничего не бывает даром. Вот просто так. А там, знаете, вот эти вот, которые с клубом-то ходили, которые вот это, их там целая была... Корнюшина, Любая, Россия, Горячата. Они были. А мне что-то так обидно стало. Я встала, пошла туда, села, как раз попала. А потом мы все втроем ходили домой. В одну сторону. И я иногда догоняла. Вот, и я этого... Отца мужа знала, но он меня не очень знал, потому что они взрослые уже были, а мы-то еще вот, так что я их хорошо знаю. Решили навестить. Я говорю, Александр, может быть, все-таки как-то сходим? Он говорит, поехали, приезжаем. Я говорю, может, я посижу, ты сбегаешь там как-то. Он говорит, не пойдем вместе, поднялись. Значит, поздоровались, она говорит, проходите. Мы нет, мы просто как вот, мы передать что-то должны были, да? Или передать, или... Я не помню, знаешь, что приходили, я не помню сейчас. В общем, пришли. А она говорит, не-не-не, я так на площадке никогда друзей не принимаю. Шагните ко мне. Мы зашли, мы только постоим, мы там что-то сказать там. А она говорит, не-не-не-не, вы просто присядьте, вы просто присядьте. Кстати, да, за свой круг. Круглый, да, круглый, не Василий. Круглый же стол. И обратите внимание, не прямоугольник, не квадрат. Круглый стол, я сразу посмотрела. И так же у моей бабушки был круглый стол. Вот таких сидишь и вообще никаких углов. Мы сели. Она, кто сказал, что она там с палочками? Анна, или там она приболевшая? Она полетела на кухню. Не, я только вот там прилетаю. Пах, пельмени. Улетела. Какие-то мы сидим. А она говорит, не-не-не-не. Салат, торт, еще. Вот так вот все. Мы говорим, наговорите. Да нет, если это... Она, нет, вы не, от меня не уйдете. Уходитесь. И, короче говоря, мы сошли, а выходили мы уже выкатывались. И она сказала, вы почаще приходите. Вы только почаще приходите. Моя хорошая. В общем, ребята. Говорили, что ползает стол, одни пельмени. Да она вообще, да одни пельмени, наверное, были. Она как девчонка. Конечно, у нас все гости временные тут. Такой народ.